Ребята, всем привет! Привет! И у нас очередная распаковка от китайских подписчиков. Уже целая рубрика прям. Вот такая коробочка нам пришла от китайских подписчиков. Большое спасибо им. Турницы, бумага и колодец. Раз, два, три. Бульк. Вероника сегодня нарядила сережечки такие новогодние. Шапочки. Шапочки. Одна решила распаковывать. Нам да, ты покажешь? Давай, смотри. Что там, не томи. Что там, Поля? Знаете, так вот для зрителя. Открываю. Смотри. И что, синяя коробка, и что? Сладости какие-нибудь, конфеты, наверное. Вот, давайте сперва откроем. Тут фломастеры! Это, наверное, подарок. Фломастеры, это важно, да. Это подарок, это дополнение к этой посылке. Так обычно продавец делает. Тут еще что-то. Что это? Что это? Покажите, носки? Что это. Это носки. Носки? Это шапочки на уши тоже. Ну давайте открывайте, вот, вот, давайте коробку, давай, что, блин, я что там есть? Я открываю одну, и ты открываешь одну. А я мои фломастеры, а это твои фломастеры. Давай, открывай, Вероника. Открывайте коробки синие. Раз, вам два, прислали три. Два одинаковых подарка. Два одинаковых? Микрофоны! О, май гиннес. У меня уже есть один микрофон. Одинаковые. Надо будет гвоздем нацарапать, что это Вероника. А, я поняла это зачем. Это я вот так включила. Вот. Это вот так вот. Проводочки. Все, что? Всем привет! Ого, как громко. Это вот так надо одевать, да? Да, это чтобы не это не было, короче. Чтобы звук был хороший. Я просто смотрю на Веронику. Два микрофона. Эти два микрофона можно подцепить по Bluetooth с любым устройством, планшетом, с телефоном. Есть программа QQ, да? Вот, там есть песни, можно вставить песни. Это китайское приложение. Тихо. Вот, там это китайское приложение. Там также есть текст. Можно петь. Читать текст. Теперь. Так, сейчас мы это дело все свяжем, соединим, и девочки нам споют, да? Так же вы нас слышите? Я не знаю. Вы нас слышите? Это у меня. Это у Поля. Давай, мам, музыку нам. А где ты? Подожди, Оля, сейчас. Смотри слова. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, я тут нашла. Ой, пой, пой, пой. Мы будем жить над твоей крышей, когда ты успеешь, ты станешь солнцем, и все равно меня будешь выше. Нет, слова не идут. Вот оно, приложение QQ. Катя включила Максим. Смотрите, здесь по-китайски. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. Обзор данного микрофона. Здесь Bluetooth-колонка внутри. Здесь кнопка включения, переключение музыки, да, и громкости самого микрофона, вот это плюс, это минус. Вот с этой кнопкой мы еще не разобрались, что за кнопка. Это эхо. Раз. Убираем эхо. Раз. Это громкость самого микрофона. Раз. Есть провода, вот эти два в комплекте, цепляется, в общем, через мини или как-то микро, через микро USB. К самому устройству, колонке. И вот через такой двойник мы подцепили к телефону. Играет музыка и здесь, и здесь. И караоке. Ого, как громко. Вообще, вот эта вещь очень здорово для изучения языка даже. Получается, да. Они учатся как бы быстро чтению.
Ага. То есть беглому чтению. Да, там можно читать. И ага. Плюс дополнительно учатся произносить слова. Будь то на русском, будь то на английском. Китайский. То есть вырабатывают дикцию. Правильное произношение. Девчонки, вам понравился подарок? Да! Что понравилось конкретно? Говорите. Песни будете петь? Песни будете петь? Да! Ладно, давайте благодарите наших подписчиков за подарочки. И говорим до свидания. Ну все, давайте нашим русским подписчикам до свидания говорите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока! А мы сейчас будем с Джеком заниматься. Уроки. Да, Джек пришел. Что ты сейчас сказала по-китайски? Я сказала... Сейчас буду делать уроки. Что мы сейчас будем делать уроки. Ладно, все, ребят, всем пока. Пока. Бай-бай. Все, ребят, всем пока. Бай-бай. Наступит лето. Дождь, эти бессонные ночи. Ночи. Мы будем гулять под лунным светом. Солнце мое взгляд.